Бениамин Нетаньяху обвинил Барака Обаму в постыдных действиях против Израиля. Таким образом, глава правительства еврейского государства охарактеризовал отказ США заблокировать антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН, осудившую строительство поселений на так называемых оккупированных территориях. Я дал указание Министерству иностранных дел провести переоценку наших отношений с Объединенными Нациями, в том числе, что касается перечисления взносов в ООН и присутствия их представителей в Израиле. Пересмотру подвергнутся и двусторонние отношения Израиля со странами, голосовавшими в Совбезе за резолюции. В частности, Нетаньяху уже отменил визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. О шагах в отношении России, также голосовавшей за резолюцию, пока ничего не сказано. Однако главные претензии Нетаньяху к США. В полном противоречии со своими обязательствами и обещаниями, которые давал лично Обама в 2011 году, американская администрация устроила антиизраильскую засаду в ООН. Несмотря на то, что США воздержались при голосовании в Совбезе, Израиль обвинил Белый дом в тайном сговоре со странами, предложившими резолюцию. В Иерусалиме обращают внимание, что США впервые за несколько десятилетий повели себя подобным образом. Нетаньяху не скрывает, что ждет скорейшего ухода Обамы и рассчитывает на иной уровень отношений США при Дональде Трампе.